История войн России с 18 по 21 века насыщена событиями, политическими изменениями и трагедиями. В течение этого периода Россия столкнулась с различными врагами и провела несколько войн, которые оказали огромное влияние на ее историю и геополитическую позицию. 18 век. В начале 18 века Россия вступила в войну с Швецией, известную как Северная война, 1717-21 года. В результате этой войны Россия получила значительные территориальные приобретения, включая Финляндию и Эстонию. 19 век. В 1812 году Россия столкнулась с Наполеоном во время Отечественной войны. Русская армия смогла отстоять свою страну и вытеснить французов, что сыграло важную роль в падении Наполеона. В 1853 году началась Крымская война, в которой Россия сражалась против Османской империи, Франции, Великобритании и Сардинии. Война закончилась поражением России и привела к серьезному обострению международных отношений. 20 век, Первая мировая война, 1914-1918, также затронула Россию. В 1917 году революция свергла царское правительство, и в стране установилась большевистская власть. Россия вышла из войны после подписания Брест-Литовского мира с Германией в 1918 году. В годы Гражданской войны, 1918-1922, Россия оказалась разорванной внутренними конфликтами между большевиками и антибольшевистскими силами. Война привела к огромным человеческим потерям и разрушению страны. Во Второй мировой войне, 1941-1945, Россия снова столкнулась с фашистской Германией. Советский Союз сыграл решающую роль в победе над нацистской Германией, но потерял миллионы жизней и огромные территории. 21 век, в начале 21 века Россия вступила в войну в Чечне, 1999-2009, против чеченских сепаратистов. Война привела к большим человеческим потерям и разрушению, но в конечном итоге Россия смогла подавить сепаратистское движение. С 2014 года Россия вступила в конфликт с Украиной, начавшимся с аннексии Крыма. Этот конфликт до сих пор продолжается, и он стал одним из самых сложных и спорных в истории России. История войн России с 18 по 21 века отражает сложность и многообразие событий, с которыми сталкивалась эта страна. Войны оказали огромное влияние на ее политическую, экономическую и социальную сферы, и до сих пор оставляют след в истории России.